Всем привет, это Алина Скайлайт, и сегодня будет холл на нашем канале. В этом холле буду участвовать только я, поэтому сегодня я вам покажу свои покупки. Начинаем. Итак, это тени Smoky Eyes. Мне они очень нравятся, потому что здесь идет хороший переход от белого до фиолетового. Я как их наношу, я беру вот этот фиолетовый темный, наношу его первым, а дальше чем выше, тем теплее. Итак, следующее это тушь Stellary. Lash World. Это мне очень тушь это нравится, потому что у нее толстая кисточка. Даже сейчас вам покажу, есть или нет. Вот. Она очень хорошо прокрашивает ресницы, и они не слипаются друг с другом. Мне очень нравится. Это пудра от Evelyn Cosmetics. Мне очень нравится эта фирма, потому что производит хорошую косметику. Это пудра 24 тон, потому что, ну, такой цвет как бы ближе к смуглому, но ближе к белому, потому что цвет кожи, как вы видите, у меня белый. Вот сейчас я вам покажу. Вот такая вот она сама по себе. Вот такой цвет, он как бы смотрится вроде смугло, но вот вы видите его такой яркий, белый. А теперь самое то, что меня привлекает, это помада от Evelyn, опять же, косметик. Красная помада, матовая красная яркая помада. Сейчас это даже 601 тон, она так и называется. А теперь перейдем к одежде. То, что я купила, это юбка с разными цветами, то есть ее можно надеть под любой цвет майки. Но самое главное, чтобы верх не был похож вот с этими цветами, которые впереди. Это одежда от Anyland, мне очень нравится. У нас этот магазин называется Эффект Бизара, там очень клевые вещи, но иногда немножко странновато. В этой юбке я купила такую зеленую, правда, майку. И получается, когда я это одеваю, оно смотрится покупать. А теперь немножко обуви. Я купила, как и хотела, и вообще мечтала о босоножках вот таких, то есть через палец. Я их купила в центр обувь за 659, по-моему, рублей. Они выглядят недешево, дорого, вот. Мне очень нравится вот этот металлический язычок, нос такой. Эти такие цветочки. Ну, короче, красиво, мне нравится. Белый цвет, ты под все оденешь. Очень классно, особенно вот под эту юбку. А теперь я вам покажу мою любимую кофту, которую я хотела купить уже в прошлом году, но я не смогла, потому что были какие-то причины. Итак, я ее купила. Вот она. Как бы шифоновая кофта с американским флагом, но она не очень, правда, напоминает американский флаг, но все равно не похожа. Вот очень красивый ворот со звездочками, извиняюсь. Такой же здесь карман со звездочками, она немножко, ну, просвечивает, очень красиво. А вот и все, закончился мой хол. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будьте такими же веселыми и позитивными. Пока!